Довольно плотно действует в зоне соперника, но все-таки игрокам Молота удается выйти из своей зоны. Неплохой перевод на правый фланг, это может сместиться в центр. Пошел в зону, вернувшись на правый фланг, пас на пятачок, великолепнейший, и приходит. Великолепнейшая комбинация. На пятачке и свистая шайба влетает в ворота Рижа. Зона атака сложится, не удалось. Золотой нет, бросок по воротам. И вновь чудеса. Breathe!
Адаманов и делает гол. Безопасный момент, и Молот разрывает счет матча. Ван Атаманов на добивании оказался самым осторожным. На дальнюю. Гол, добивание Красуцкого, и 2-1. Нападающего. Для выполняющего роль нападающего игрока Молота. И быстро делать, однако Иван Атаманов проходит, возможно, если броска, и буквально насквозь пробивает Павла Мухамедьярова. 3-3. Самая просторная рикоше, добивание, что-то, и шайба в ворота. Победа!